Что случилось? Игоря убили. Премьера. У этой сестрички парень недавно погиб. Домой возвращался, избили. Хватит! Это история медсестры Маши, которая смогла полюбить снова. Я могу вам чем-то помочь. Но прошлое ее не отпустит. Вечером встретимся в парке. Я должен тебе кое-что сказать. Это получилось случайно. Я просто хотел их разнять. «Груз прошлого» в понедельник в 19:00. Домашний главный женский.